К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает забирать человеческие жизни. Единственным эффективным средством защиты этой болезни на сегодняшний день является только вакцинация. Директор физкультурно-оздоровительного бассейна «Дельфин» Сергей Лахман первую прививку сделал зимой. В конце лета ревакцинировался. Чтобы проверить эффективность вакцины, провел тест на количество антител, который показал 16 единиц, что говорит о высоком сформированном иммунитете к коронавирусу. Стоит отметить, что фактически все сотрудники бассейна также вакцинировались. Вакцинацию мы проводили летом этого года, потому что я считаю, что эта болезнь к нам пришла надолго, если не навсегда. Поэтому, чтобы предотвратить заболевание, значит, было принято решение коллектива, мы собирались, обсуждали этот вопрос и привились практически все. У нас 92% коллектива привито, не привито 4 человека, которые имеют просто медицинские противопоказания. Все остальные привиты. И за счет этого у нас никто не заболел, были легкие заболевания, но тяжелого ничего не было. И неподтвержденные ковиды, скажем так. Вот. Я сам привился в числе первых еще в декабре прошлого года. В августе этого года я провел ревакцинацию. Вот. Я, супруга, вся семья. Болезни нет, вроде как все хорошо. В прививки я перенес, и вся моя семья, на удивление, легко. Было кратковременное повышение температуры, это где-то на час, на полтора. После таблетки аспирина все прошло и все. Поэтому советую всем ревакцинироваться. Еще раз повторяю, болезнь пришла, скорее всего, навсегда. Надо ревакцинироваться, ничего в этом страшного нет.